Как привлечь молодых специалистов и удержать их на предприятии? Главный вопрос, который обсуждался на круглом столе в МКБ «Искра». На встречу, помимо сотрудников конструкторского бюро, были приглашены представители образовательных организаций и органов власти. Наше предприятие прикладывает все усилия для того, чтобы привлечь как можно больше молодых специалистов. Предприятие у нас современное, есть много возможностей проявить молодому человеку себя. Сотрудники МКБ рассказали, что на предприятии сейчас работают много высококлассных специалистов, которые помогут молодежи проявить свои лучшие стороны. Для приезжих предоставляется общежитие, которое находится прямо около конструкторского бюро. Также идет тесное сотрудничество с Московским авиационным институтом. В данный момент мы реализуем с Московским авиационным институтом специальные программы. Есть базовая кафедра создана, кафедра 608, выпускники которой идут в том числе и к нам в конструкторское бюро. На протяжении уже нескольких лет у нас 2-3 человека с кафедры обязательно приходят работать к нам. Депутат Государственной Думы Ирина Роднина отметила, что сегодня завлечь детей в технические профессии – весьма сложный и дорогостоящий процесс. Надо продумать какой-то такой момент, предприятия колоссальные, вот, чтобы они создавали и свои какие-то, может быть, центры в школах, свою вот такую внеурочную систему подготовки ребят. Потому что когда мы говорим о ранней специализации, вот она ранняя специализация. И здесь те средства, которые, может быть, будут вкладывать предприятия, они в конечном результате вот и дадут вот это. Также на вечере встреч рассказали о существующих мерах государственной поддержки для талантливых специалистов и посоветовали предприятиям чаще подавать заявки на гранты и государственные премии. В ближайшее время такие собрания пройдут на всех высокотехнологичных предприятиях городского округа.